Всем привет! Сегодня я хотела поговорить об известном бренде Physical Formula, об их самом популярном средстве. Это бронзер, который называется Murmur Butter Bronzer. Многие, я думаю, о нем уже наслышаны. Вышло это средство очень давно, но я о нем услышала где-то 5 лет назад, и спустя такое большое количество времени я его решила все-таки приобрести и попробовать. Слышала я только про него положительные отзывы, очень многим он нравится. И давайте же посмотрим, что же здесь заявлено производителем. Здесь написано, что это роскошный бронзер, который наполненный маслом Муру-Муру и сочетает в себе текстуру пудры и кремового бронзера. Также благодаря содержанию ультраизысканного жемчуга и пудры с мягким фокусом он дает мгновенный загар и сияние изнутри. Сам бронзер находится в такой вот картонной упаковочке. На обратной стороне есть полное описание этого продукта, а также сам состав. Сам бронзер идет в такой вот пластиковой упаковочке. Пластик довольно-таки хороший. Идет упаковка из двух отделений. В первом отделении находится сам бронзер. Он идет интересной фактуры, похожей на песчаные дюны. Ну и внутри уже находится само зеркало и такая вот специальная губка-спонж, который наносит этот бронзер. Я, если честно, эту губку не особо поняла. Я в основном всегда бронзер наношу кисточкой любой синтетической, либо такие вот от Real Techniques. Они прекрасно распределяют такие продукты на кожу и не оставляют пятен. Хорошо растушевывается, но это все зависит от самого продукта. Что хочу сразу сказать про аромат этого бронзера. Некоторым он не особо нравится, другие говорят, что похоже чем-то на пинаколаду, на кокос. Мне чем-то отдаленно напоминает шоколад с кокосом. Нравится то, что запах быстро улетучивается, после того, как вы его нанесли, вы его вообще не чувствуете. А по оттенку хотела сказать, что я приобрела в оттенке бронзер. На тот момент, когда я его покупала, было всего на сайте 4 оттенка. Сейчас я уже заходила на официальный сайт, там целых 8 оттенков. Здесь вы можете видеть картинку с полными названиями этих оттенков и как они выглядят на руке. Стойкость у него отличная, мне он очень нравится. По пигментации хочу сказать, что он довольно-таки пигментированный. Вы его можете нанести как интенсивно, так более деликатно. Он хорошо растушевывается, он втушевывается в кожу и дает ей такое естественное сатиновое свечение. Самое интересное, что в упаковке бронзер абсолютно матовый, но при нанесении он дает такой вот красивый перелив. Сейчас покажу, как этот бронзер наносился. Наносила я его на выступающие части лица. Наносится он очень легко, без каких-то пятен. Прекрасно растушевывается и долго держится. Хочу сразу сказать, что средство мне очень понравилось. Его плюсы такие, что он хорошо наносится, быстро растушевывается, не оставляет пятен. Сильно пигментирован, дает он естественное такое сатиновое свечение. Содержит в себе зеркало, это очень удобно, чтобы брать его с собой в дорогу. Ну и здесь его целых 11 грамм, это довольно-таки неплохой объем для такого средства. Но и минусы у него, естественно, это состав, что на первом месте стоит тальк. А второй минус это запах, возможно, не всем он понравится. Но, как я уже говорила ранее, запах быстро улетучивается, поэтому кому-то это плюс, кому-то это и минус. Всем спасибо, что вы досмотрели это видео до конца. Если вам это видео понравилось, то ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Также напишите в комментариях, какие бронзеры вам больше всего нравятся и какими вы пользуетесь. Мне было бы интересно услышать ваше мнение. А мы увидимся с вами в следующих видео. Всем пока!